Владимир Леонидович, может быть, вам из этой трубы, которую все время прорывает, сделать какой-то аттракцион, не знаю, инсталляцию, как сейчас в музее популярно? Вполне может быть. Дело в том, что рерихи в своей жизни преодолевали массу препятствий, перевалов, находились на высоте Эльбруса полгода. Мы можем ее как-то обыграть, и посетители вслед за рерихами, образно говоря, будут преодолевать те препоны, которые ведут к культуре. Спасибо. Это программа «Районы кварталы». Здравствуйте. С вами Наталья Самуш и Антон Горнов. А в гостях у нас Владимир Мельников, заместитель директора Музея института семьи Рерихов. И говорить мы сегодня будем не сколько о культуре, сколько о том, как культурное наследие заливает водой в любое время года. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что же у вас там такое происходит? Ну, у нас на самом деле ничего страшного особенного не происходит. Музей работает, выполняет свои функции, посетители к нам ходят. Мы стараемся делать так, чтобы они ничего не замечали. Угу. Но время от времени у нас происходит прорыв системы отопления. Во время ливней или наводнений к нам поступает в подвалы вода. И мы постоянно находимся вот на таком... очень напряженном ожидании. Ну вот вы говорите, что, в общем-то, ничего такого не происходит, но, тем не менее, когда мы читаем новости, мы видим, что заголовки-то, они говорят нам об обратном. Угрожающие, они в федеральной прессе, а не только в местной. Что там заливает вас? Во время больших морозов вот этот прорыв очень красиво смотрелся на экране, было много пара, часть нашего здания превратилась в такой ледяной объект. Избушка такой, да? Да, и, конечно же, много лет мы пытаемся как-то по-другому распределить движение этой магистрали внутри нашего здания и даже вывести из нашего здания. Я думаю, что это вопрос чисто технический. Давайте тогда сразу уточним, потому что не все знают, что ваш музей находится не абы где, а на Васильевском острове, причем в исторической части, и, я так понимаю, в историческом доме, здании. Да, это памятник федерального значения, который является одним из самых старых зданий, сохранившихся в нашем городе. Он построен по проекту архитектора Трезини в 20-е годы 18 века. Точный адрес какой у вас? 18-я линия, дом 1, или лейтенанта Шмидта, дом 41. Василеостровский район. Василеостровский район. И вот от советских времен осталась система, которая предполагала организацию теплоцентра прямо в нашем здании. И которую Трезини, я прошу прощения, не планировал. В памятниках такого значения такие теплоцентры, которые питают целый квартал, не располагаются. Но тем не менее, трубу прорвало. Мы получили кипяток это здание. У вас там был. Да. Мы, поскольку знаем о той потенциальной опасности, которую представляет из себя этот теплоцентр внутри здания, мы распределили так свои экспозиции и фондохранилище, что они в самую последнюю очередь должны пострадать от этого. Поэтому ничего из музейных фондов или каких-то экспозиций не пострадало. Угу. И не пострадает, если, конечно, этот пар не ударит сквозь стены, что маловероятно. Очень интересная история, когда музей подстраивается под жилищно-коммунальное хозяйство. Вынуждена очень такая петербургская история. Но мы продолжим эту беседу сразу после выпуска новостей городских районов, которые сейчас прямо и посмотрим. Мнемонические девианты Набокова могут стать причиной изменения законодательства Петербурга. Фонд борьбы с коррупцией предлагает внести поправки в закон о проведении тендеров. Инициатива возникла после недавней скандальной истории в муниципальном образовании «Волковское». Конкурс там объявили 31 декабря. По закону итоги можно подводить уже через неделю. В результате заявку подал и выиграл единственный участник. Он проведет для жителей лекции и экскурсии на оригинальные темы, например, мнемонические девианты Набокова или филогения и генетика морекультур. Эта инициатива, она как раз и нацелена на то, чтобы не было каких-то... специальных поставщиков, которые выигрывают конкурсы по максимальной цене и таким образом наносят, по сути, ущерб бюджету. Если бы конкурс условно проходил в рабочие дни и об этом сразу бы начали говорить еще в момент, когда подавали заявки, мне кажется, многие поставщики, ну, просто им самим было бы интересно принять в этом участие. Для того, чтобы такие ситуации больше не возникали, достаточно исправить в законе всего одно слово – календарные дни заменить на рабочие. Сейчас инициативу рассматривают в комитетах Мариинского дворца. А вот как можно контролировать содержание культурных тендеров, в фонде не знают. Активисты района попытаются попасть на лекции от Волковского, чтобы убедиться в том, что они действительно прошли. Ветерану войны вручили ключи от долгожданной квартиры. Восстановить жилищные права жителю Невского района помогли активисты Общероссийского народного фронта.
Валентина Васильевна ждала новоселья с 2010 года. Бесконечные письма в районную администрацию никаких результатов не дали. С мертвой точки дело сдвинулось только после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта. С момента обращения в организацию до получения ключей прошло 1,5 месяца. Не всегда идут к нам навстречу районная администрация, достаточно сложно. Ну вот тут, несмотря на то, что случай такой сложный, но надо отметить опять же, потому что сами ветераны у нас такие, что они прошли бои и могут и здесь за себя постоять. До новоселья Валентина Васильевна жила вместе с родственниками в трехкомнатной квартире. Всего было 7 человек. Когда ветеран впервые обратилась по поводу отдельного жилья, ей предложили взамен отдать свою комнату государству. Валентина Васильевна испугалась, что трешка превратится в коммуналку, и подарила свою долю дочери. В итоге власти отказали ей в предоставлении квартиры, мотивируя принятое решение тем, что ветеран сама ухудшила свои жилищные условия. Впрочем, сейчас же женщина старается об этом не думать. Ее ждут более приятные хлопоты. Еще надо мебель приобрести. Это потому что на чем-то сидеть, на чем-то лежать. Валентина Васильевна – блокадница. Награждена медалями за оборону Ленинграда, а также за доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. В этом году женщина отметит свой 88-й день рождения. На 90-летний юбилей договорились встретиться на том же месте. День рождения Гагарина отметили праздничным флешмобом. После полуденного выстрела пушки со стен Петропавловской крепости взлетели 82 воздушных шарика. Число шариков по числу лет. Именно столько исполнилось бы Юрию Гагарину 9 марта. Особую роль в акции отвели студентам ГУАП. Для них этот праздник получился не только профессиональным. В этом году университету аэрокосмического приборостроения исполнится 75 лет. В маленьком возрасте, и некоторые сейчас очень мечтали быть в роли Юрия Гагарина, потому что он совершил огромный прыжок для не только для России, бывшего СССР, но и для всего мира. Участники выступили с инициативой добавить праздник в календарь и объявить 9 марта днем Гагарина. Следующую акцию уже с большим размахом активисты планируют провести через месяц. 12 апреля исполнится ровно 55 лет со дня первого полета человека в космос. Впереди нас ждет еще один выпуск новостей городских районов. Ну а сейчас возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор с Владимиром Мельниковым, заместителем директора Музея института семьи Рерихов. Владимир Леонидович, к кому вы обращались? Вы знаете, у нас есть совершенно четкий механизм взаимодействия с нашим учредителем. Мы этим зданием распоряжаемся с 2003 года, а с 2007 мы являемся государственным учреждением культуры. И у нас есть план ремонтных работ, который поэтапно финансируется нашим городом. И в предыдущие годы мы освоили этот план, сделали полный ремонт верхних этажей. Сейчас наступило время, когда выделены средства на ремонт уже остальной части здания. И, естественно, мы попадаем в ту часть, где находится теплоцентр. Труба, которая идет по всему нашему зданию, в подвале на высоте 20-40 сантиметров, должна быть выведена за пределы этого здания. И теплоцентр может быть размещен в другой части здания, которая соприкасается с соседним зданием, либо вообще выведен на участок дворовой. Так а это вообще возможно технически это сделать? Я думаю, что это технически возможно. У нас за есть... трубу отвечает теплосеть Санкт-Петербурга. Да, она принадлежит им. Был уже официальный ответ от них, мы его видели, о том, что никакого прорыва там нет. И вообще ничего не ремонтировать не обязаны, и никакой технической возможности, чтобы перенести теплотрассу, тоже нет, поэтому будем жить, как жили. Ну, вы знаете, вот здание на площади Трезини, где сейчас гостиница Трезини, в свое время была вообще без канализации. Но когда было принято решение, и канализация появилась, и отопление появилось. Деньги уже выделены на реконструкцию вот этого теплового узла? Вот этот вопрос остается открытым. Наверное, в рамках ремонтных работ нашего музея запланированы соответствующие средства. Но вот согласование окончательное самой сметы, да? Ну а о сроках пока точных можно, что в этом году, нельзя говорить? В этом году. В этом году вы уверены, что, грубо говоря, следующей зимой аналогичной ситуации не произойдет? Я думаю, что если наши партнеры, которые отвечают за эту трубу, тоже предпримут какие-то действия в ответ на наши настоятельные просьбы, то это все возможно. Тем более, что никакой финансовой проблемы в этом плане нет.
Ну что ж, Владимир Леонидович, я думаю, что сейчас самое время послушать традиционный комментарий нашего обозревателя, обывателя Юрия Кондиранды. Музей-институт Рерихов – это на Васильевском острове. В очередной раз залило кипятком. Ну, как вы понимаете, труба прорвала. С горячей водой, естественно. К великому счастью, в этот раз не сильно пострадали экспонаты. Можно было бы, конечно, поговорить о судьбе малых музеев Санкт-Петербурга. Но зачем? Там уж больно долго и нудно надо разбираться. А вот о тепле поговорить, наверное, стоит. И я, как никто другой в нашей телекомпании, понимаю судьбу музея-института семьи Рерихов. Ну, заливает меня. Вот их с подвала, а меня с крыши. С 2008 года мы судимся, суды выигрываем, а крыша по-прежнему течет. Поэтому, исходя из личного опыта, обращаюсь к музею-институту. Требуйте переезда в другое здание. Поверьте, в нашем городе проще музей перевести, чем отремонтировать что-то по ЖКХ. Владимир Леонидович, ну вот прокомментируйте, пожалуйста. Вы знаете, Николай Константинович Рерих – автор Международного договора о защите памятников и культурных ценностей. Этот договор известен во всем мире. И на последнем культурном форуме у нас в Петербурге о нем упоминали и Владимир Владимирович Путин, и Михаил Борисович Петровский. И нет смысла сейчас говорить о содержании этого документа. Поэтому музей, который занимается пропагандой идей защиты и сохранения памятников культуры, не должен отступать. И не должен переезжать ни в какое новое здание. И не должен переезжать ни в какое новое здание. Главное при этом не потерять больше. Мы с удовольствием расширим свои площади, если еще возникнут другие помещения. Чем вам так ценно именно это здание? Прежде всего, оно важно тем, что оно связано с семьей Рерихов. И в этом доме бывал Николай Константинович. Когда вы в него въезжали, да, что там располагалось? Вам приходилось с нуля начинать? Вы знаете, этот памятник очень давно использовался различными учреждениями. И последним, кто его использовал, был Василий Островский районный суд. То есть не музейная экспозиция? Совершенно. Но благодаря тому, что там был суд, значительная часть интерьеров и каких-то элементов обстановки сохранилась. Угу. Конечно, здание было очень... в ветхом состоянии. Mm-hmm. Ну, представьте, что там одновременно находилось несколько сотен человек во время различных судебных заседаний. Там было более 10 залов для судебных заседаний. Это вообще немыслимо. Главное, чтобы атмосфера не сохранилась. Атмосферу мы по возможности, конечно, наполнили другим содержанием. Хотя, поскольку Рерих был юристом, и его отец был нотариусом, в общем-то, здесь есть кое-какие переклички. В общем, вполне попали. Да, вполне попали. Мы даже этому отчасти рады. Чем наполнена коллекция? И, собственно, кто ваш посетитель, кто этим интересуется? Наша коллекция, ее основное ядро, досталась городу от Людмилы Степановны Митусовой, двоюродной племянницы Елены Ивановны Рерих. И семья Митусовых, которая, большая ее часть погибла в Ленинградскую блокаду, это семья удивительных подвижников, которые, будучи музыкантами, художниками, педагогами, и близкими родственниками Рерихов осознавали ту ценность, которую это наследие имеет. И они сохранили оставшуюся от Рерихов в России часть, петербургскую часть их наследия. И донесли ее до нас. Поэтому вот коллекция имеет очень разнообразную структуру. Это и картины, и археологические находки, и этнографические сборы, и фотоматериалы, и рисунки, книги. То есть это то, что остается от человека во всей полноте. А контингент? Кто ходит к вам? А если говорить теперь о контингенте, то, как и во все музеи, к нам в основном ходят молодежь, то есть школьного возраста. И, то есть то, что они изучают по программе, да? Да, и люди пенсионного возраста. Большой провал, конечно, в людях среднего возраста, но это во всех музеях. Вот я за себя скажу, да, я действительно человек среднего возраста, никогда не был в музее Рериха, но... Милости просим. Да, но скажите, чем вы меня привлечете? Я...
человек, который не специализируется по роду своей деятельности на изобразительном искусстве, на археологии, на эзотерике, на каких-то еще вещах, которые вот у меня ассоциируются с именем Рериха. Все-таки. Ну, у нас, если, например, вас лично, я мог бы привлечь, наверное, экскурсами в историю журналистики, потому что Рерих был журналистом и общался со многими известными журналистами петербургскими. У нас были выставки, посвященные общению с различными журналистами. Например, был такой Сыромятников, который был журналистом в странах Азии. И вас я найду чем привлечь. Но если говорить вообще о посетителях, у нас очень разнообразные продукты предлагаются. У нас есть лектории. У нас есть виртуальный филиал Русского музея. Мы создали первый в нашем городе виртуальный филиал Русского музея. Казалось бы, для чего? Сходите в Русский музей. Вы знаете, в Русском музее не все можно увидеть. А в виртуальном филиале можно увидеть практически все наследие, особенно та его часть, которая недоступна. И вот к этой части, к сожалению, в Русском музее относится и наследие Рерихов. Там огромная коллекция, 525 произведений искусства, которые большая часть обычно не выставляют. Вообще, надо сказать, что по России довольно много поклонников, почитателей, и, в общем, и музеи есть Рериха. А мы вот сейчас, наверное, не будем забегать немножко вперед, мы еще поговорим об этом в следующей части нашей программы, а сейчас посмотрим одну из постоянных рубрик программы «Районные кварталы», и в ней мы рассказываем о тех местах в Петербурге, где жить нельзя. Очень близкая тема к вашей вот зимней ситуации. Алексей Горохов в новой серии своих необычных путешествий прямо сейчас. Сегодня я приехал в Невский район на улицу Ольги Бергольц. Для комфортной жизни в округе имеется много чего необходимого. Магазины, кафетерии, метро Елизаровская поблизости. Правда, до начала будущего года станцию закрыли на капремонт. Но зачастую лучше терпеть временные неудобства, чем оставлять все как есть. Сейчас я покажу вам, что может случиться с постройкой, если ей не заниматься. Ой, штукатурка падает. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, пожалуйста, раздевайтесь, вешалка. А вот и приветливая хозяйка Анастасия. Ну, показывайте, в каких условиях я буду жить. Что у вас здесь? Где что находится в квартире, сразу и не разберешь. Прихожая прямо с порога поражает своей многофункциональностью. Она и кухня, и даже туалет. Дизайн интерьера не хуже, чем в модных клубах. Потертый кирпич, старинные помятые обои, а торчащая наружу проводка – это уже совсем авангард. Как интересно, да. Это вот как квартира-студия, что ли, у вас? Нет, это двухкомнатная квартира. В общем, шутки в сторону. Как мне рассказала хозяйка Анастасия, на площади 25 квадратных метров они ютятся впятером. Здесь проживает ее папа, у которого в конце осени случился инсульт. Плюс у женщины трое детей. Но из этого скудного пространства семью постоянно пытаются выжить крысы. Тут они, да, выползают? Да, вот тут выползают. Я проснулась один раз, она у меня на лице сидела. И какова была ваша реакция? Никакова, я валерьянку пила. Боже ты мой. А потом свыклась немножечко. Люди негодуют, хвостатые нелегалы просто озверели. Залезают в банки с вареньем, закусывают мебелью и одеждой. И самое ужасное, не так давно вцепились зубами в малыша. Ой, мне надо перевести дух. Можно я чайку, пожалуйста? Можно, пойдем. За чашечкой напитка Анастасия совсем уже разоткровенничалась. В попытке покончить со всем ужасом своего положения она обращалась в различные районные инстанции. Документов, где зафиксированы все тонкости мучительного бытия, набралось аж на две толстенные папки. Плохое отопление, поэтому греться приходится газом. Пол сгнил. Благо, не провалишься, под ним сразу же находится земля. Кирпичная печь обвалилась, поэтому в срочном порядке жилкомсервис номер 2 Невского района установил подпорку. Но кладка все равно сыпется. На голове мальчика до сих пор отпечаток от подарочка, прилетевшего сверху под Новый год. И вот упал на моего ребенка маленький вот такой вот кирпичик.
На что вы надеетесь? Я перестала на что-то надеяться. Затем хозяйка замолчала и направилась к раковине мыть посуду в холодной воде. Мол, другой здесь не предусмотрено. И тут к нам в гости пришла живущая по соседству Татьяна Михайловна, мама Анастасии. На время мне показалось, что я узнал истинную причину всех бед обитателей этого дома. Там все сгнило, там вот такая дыра. А все это под полами вот так. А посмотрите, что делается у нас под лестницей. И у нас весь дом вот такие вот трубы. Краски сгущались все больше и больше. Система труб, по словам старожил, всю жизнь прорывает. В период затишья закуток пуст не бывает, и его обживают бродяги. Вообще и сами обитатели здешних квартир не до конца чувствуют себя на своем месте. Вот эта вот квартира, бывшая прачечная. На втором, значит, этаже вот там был шалман. Ну, типа буфета, что-то такого. А там вот играли в домино, пока женщины стирали тут это самое. Можно и посмеяться. Я родилась в бане номер 8 и живу в прачечной. Удивление я испытывал буквально на каждом шагу. К примеру, стены тут шатаются, осыпается прикрепленная к ним плитка, потолки рушатся, обои в плесени. Особенно у соседки сверху, Анны Анатольевны. Возможно, это из-за прачечной, которая здесь была когда-то. Или с крышей уже что-то не то. Даже сны снятся я все время в разрухе. Чего-то я какие-то бревна разгребаю, то потолок рухнут, то стена у меня разрушена. Обитатели иронизируют, что дом настолько аварийный, что сам хочет убежать от всех ужасов. От того то ли гуляет, то ли ходит ходуном. Конечно, какое здание без капремонта выдержит 90 лет? Хотя еще в 87 году вышло официальное постановление, что дом расселят. И перепало людям нелюдское, и город в муках был неустрашим. Так писала о блокаде Ольга Бергольц, в честь которой и назвали эту улицу. Казалось бы, война уже давно закончилась, но для жителей дома номер 7, корпус 2, эти строки поэтессы до сих пор актуальны. Разве так можно жить сегодня? Однозначно, так жить нельзя. Вот видите, бывает и хуже, вам еще повезло на самом деле. Но давайте вернемся все-таки к разговору о наследии Рерихов и о тех музеях, которые им занимаются в России. Все-таки не устаю напоминать, вот только что пресса проанонсировала создание некоего государственного музея Рерихов в Москве. Большого, объединяющего в себе все наследие, связанное с Рерихами в Москве. И есть у нас в Ленинградской области совсем неподалеку усадьба Рерихов Извара, где тоже рассказывают о семье и о самом Николае Рерихе. А есть еще ряд музеев по стране. Чем вы отличаетесь? Вы знаете, вот когда вспоминают о Рерихов, в основном в таком общем сознании возникают образы Гималаев, далекой Индии. Мы поставили своей целью рассказ прежде всего о петербургском периоде жизни Рерихов, чего нельзя найти ни в Московском музее, ни в музеях, которые в Сибири находятся, ни тем более в Индии или в Соединенных Штатах, где тоже есть музей Рерихов. Мы рассказываем о тех 42 годах, которые Николай Аксеньевич провел в родном городе Санкт-Петербурге. О нем, как о деятеле Серебряного века, о воплощении лучших традиций именно Санкт-Петербурга и о ценностях петербургской семьи. Поэтому наш музей носит имя Музей-институт семьи Рерихов. Это правда, что у вас экспонаты руками трогать можно? Да, у нас есть соответствующие разделы, где и во время определенных программ у нас можно прикасаться, например, к экспедиционной сумке Рерихов, каким-то объектам, которые привезены из Азии во время наших экспедиций. Давайте мы с вами еще поговорим об этом. Но несколько позже у нас на очереди еще один выпуск новостей городских районов. В Калининском районе завершают строительство самой большой школы Петербурга. Учебное заведение рассчитано на 1500 детей. Школа откроется в новом квартале на проспекте маршала Блюхера. Строительство началось прошлой весной. Школа будет оборудована по всем современным стандартам. Уже готовы 2 спортивных зала и 2 бассейна. Все работы ведутся за счет застройщиков. Инвесторы выделили на объект больше 1,5 миллиарда рублей. Городские власти выкупят здание по цене ниже среднерыночной – 60 тысяч за квадратный метр.
Сейчас школа на проспекте маршала Блюхера практически готова. В ближайшее время объект подключат к инженерным сетям. По плану образовательные учреждения должны ввести в эксплуатацию в июле этого года. Русская деревня на один день превратилась в поле для средневековых поединков. В Шуваловке прошел первый в этом сезоне рыцарский турнир. Порог Шуваловки словно временной портал переносил гостей праздника из века 21 в век 14. С первых шагов люди натыкались на внушительных размеров рыцаря. Крестоносец оказался на редкость фотогеничным, поэтому селфи с железным человеком уже за первые минуты сделали не меньше сотни человек. Это стеганая одежда, ну, по-современному ватник, на что одевались доспехи. Также панцершосы. Единственное, что на мне современное, это обувь. Потому что в историческую обувь я бы уже к концу сегодняшнего дня точно бы заболел. До блеска начищенные латы, шкуры диких животных и яркие плащи. Конный турнир всегда был одним из самых популярных видов рыцарских развлечений. К нему готовились особенно тщательно. И вот он сам, сержант де Бальтазар. Сложнее всего оказалось королевскому шуту. Его пони все делал без особого рвения, поэтому работать приходилось за двоих. Ну а младшее поколение настолько прониклось увиденным, что тут же вооружилось мечами и вышло пробовать силы на импровизированные поля баталий. Рыцарский турнир в деревне Шуваловке стал самой ранней средневековой реконструкцией этого года. Следующая намечена на середину апреля. «Энергия жизни» открыла спортивный сезон. Три раза в неделю для жителей Приморского района будут проходить бесплатные занятия физкультурой на свежем воздухе. Спортплощадкой на общественных началах стала аллея чернобыльцев. Программа простая – небольшая разминка, затем легкий кросс. По мнению активистов, это и от депрессии излечит, и сердце укрепит, а также зарядит энергией на весь день. Делать сначала разминку перед пробежкой, как-то согреться, потом пробежать то количество километров, которое вы изначально решили. Ну, по настроению, по самочувствию вы сами определите, сколько вам можно пробежать. Точного расписания занятий пока нет, но проводить их активисты намерены три раза в неделю. Сперва на аллее чернобыльцев, затем, когда станет теплее, планируют переместиться в юнтоловский заказник. Спортивный сезон продлится до осени, а датах и времени тренировок энтузиасты будут оповещать желающих в социальных сетях. Вы по-прежнему смотрите программу «Район и квартал». Я напомню, что сегодня у нас в гостях Владимир Мельников, заместитель директора музея-института семьи Рерихов. И вышли мы с вами все-таки, наверное, на тему малых музеев в Петербурге, на тему их судьбы. Есть экономически обоснованное мнение. И на вашем месте сидели люди, которые тоже к нему склоняются, что не нужны городу в таком количестве вот эти малые музеи. Один из них ваш. Давайте, мы все знают Эрмитаж и в него ходят. Таких музеев несколько, их может быть и больше, но маленькие музеи не пользуются популярностью и не приносят, и не смогут принести никакого дохода. Вы знаете, это иллюзорное мнение, оно даже, я бы сказал, преступное. Почему? Потому что у нас есть районы в нашем городе, где живут миллион человек, где нет ни одного учреждения культуры внятного вида. Все сконцентрировано вокруг центральной части города. Городских музеев катастрофически не хватает. Необходимы объекты культуры в Невском районе, на севере, целые районы, километры пустые. Владимир Леонидович, так вот, может быть, вам и стоило бы все-таки задуматься о переезде, о чем говорил Юрий Кондиранда, ну, в Невский район, например. Наоборот, там нужно филиал сделать, там нужно если сделать места не комплекс, хватает. Комплекс, который может быть выставочным комплексом, музей института семьи Рерихов, почему бы и нет. Это может быть любой удаленный от центра район. Есть просто, еще раз повторюсь, масса мест на карте Петербурга, километры пустые с точки зрения культурного досуга. Ну, а пока в каждом спальном районе, к сожалению, музеев нет, милости просим, Василий Островский район, музей-институт семьи Рерихов. Спасибо вам. Приглашаем всех. Да, спасибо вам большое, спасибо, что сегодня пришли к нам и рассказали о своем музее, а также о его проблемах. Я напомню телезрителям, что гостем программы «Районы кварталы» был Владимир Мельников, заместитель директора музея-института семьи Рерихов по научной работе. Спасибо. Владимир Леонидович, спасибо вам большое. Спасибо. Нашим телезрителям напоминаю номер телефона нашей редакции 644-06-11. Звоните нам в течение всего рабочего дня, оставляйте свои отзывы и предлагайте темы для наших будущих программ. Всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания.